Можно хлопать. Так, внимание, ребят, сертификаты я подписал, а вы аккуратно печатными буквами подпишите свою фамилию, дату и все, в принципе, дату. Сдал. Ос. Ну, хорошо, сдавали. Название не знал, но все хорошо. Штуки. Я предлагаю самый маленький. Давай, давай. Ребят, вам всем остальным, как только сертификаты придут, вы в моем клубе вручу. Барсы, как только придут, я вашего тренера вручу, и вам торжественно на тренировке вручать. Может быть, не вручать. А когда? Буду в паспорте. Ребят, отнесите, соответственно, следующий бой. Сейчас у вас синий бой, что-то серьезное. Подправьте те ошибки, которые вам инструктор расскажет, и потом уже двигайтесь дальше. Ну а так, пока поздравляю с удачным выступлением. Ос. Ос. Ваша ошибка.
Так, семерки, давай оттуда начнем. Семерки у нас есть. У нас как тренировка, да? Ну неплохо, в следующий раз, в принципе, можно подготовить, сдавать. Вот там кое-что подправит, он меня подскажет. Сдала? Сдала? Сдала. Ос, поздравляю. Так, ну со второго захода. Сдала. С третьего. С третьего, да, ос. Ос. Немножко, особенно девчонки получше. Ос. Хорошо, у тебя ос. Ос. Два шага вперед, молоки повернулись. Так, кандидаты на пятый килограмм.